Без малого 300 миллионов долларов удалось собрать сотрудникам канадского Красного Креста на восстановление города Форт Макмюррей после лесных пожаров. Майский разгул стихии, когда почти 100 тысяч жителей покинули свои дома, стал беспрецедентным бедствием. С момента пожара прошло уже 3 месяца, но восстановление инфраструктуры города и его окрестности еще далеко от завершения. Пламя тогда уничтожило около 2400 домов и строений. Временно приостановили работу 2 ключевых объекта нефтедобычи, было сожжено почти 6 тысяч квадратных километров леса.